Доброго времени суток, продолжаем смотреть обзоры на еду и напитки. И сегодня у нас такой вот энергетик, называется Startup Energy Drink. Там забавно написано Drink Energy. Бутылочный написано больше кофеина. Приобретался он в магазине Верный всего лишь за 65 рублей. Объем у нас 0,5 литра. Изготовитель у нас Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков. Московская область, город Пушкино. Вот. Производится в городе Сергиев Посад, опять же, Московская область. Давайте разбираться. В состав у нас входит следующее. Сахар, подсластители 952, 951, 951, 974. Регулятор сонности 330 и 331 ай-ай-ай. Кофеин, таурин, ниацин, панотеновая кислота, витамин В6, краситель Е150D, ароматизаторы, бензоат, натрия, в общем-то и все. То есть здесь у нас сахар, подсластители и кофеин, таурин. То есть стандартный набор для энергетиков. К сожалению, опять же, он не на сахар. Ну что, надо пробовать. Я думаю, что это дерьмо, но в коллекцию взять, попробовать, почему нет. Погнали. Ну что, ребятки, открываем. По запаху напоминает флеш, кстати говоря. Ну что, давайте пробовать. Ну, какой-то не флеш, я бы даже, знаете, сказал, привкус коньячный, коньяка. Да, такой интересный, что-то типа коньяка или рома, знаете. Ну, такое не встречал, по запаху напомню флеш, но вкус такой, что-то типа рома коньяка. Интересный вкус. Несмотря, что он не на сахаре, вот, пьется весьма неплохо. Да, забыл добавить, что поскольку здесь сахар и послатители, здесь пониженная калорийность, на 100 мл напитка 17 килокалорий и 4,2 грамма углевода в виде сахара, то есть пониженная калорийность. Вот, то есть здесь у нас там чуть больше 100 килокалорий во всей бутылке. Слушайте, идет неплохо на удивление. Слушайте, реально идет, как я сказал, неплохо на удивление. Ожидал хуже. В принципе, довольно неплохой. Довольно неплохой. Реально интересный такой вкус. Вот что-то типа коньячка или рома. Естественно, он безалкогольный. Ну, прикольный ароматизатор, необычный реально. Достойно. Я бы так по вкусу поставил, не сказать, что это вау, но балла 3 можно поставить. Плюс низкая цена. И здесь не чувствуется химозности, хотя здесь много подсластителей, но хорошо намешали. Он не химозный, не приторный, пьется приятно. Поэтому общие впечатления приятные. Допью и поставлю финальную оценку. Ну, очень неплохо. Это я практически допил и могу сказать следующее. В принципе, напиток мне понравился. Очень неплохой. Во-первых, он не химозный, не приторный. Пьется весьма приятно. И оригинально довольно вкусный. Действительно, напоминает ром и коньяк. Вот. Поэтому я поставлю 3 балла из 5. Как энергетик, он, конечно, слабоватый, но очень низкая цена, объем 0,5, интересный вкус. Вот. Поэтому крайне рекомендую. Можно взять, попробовать. Очень-очень неплохо. Очень неплохо. Твердая тройка. Рекомендую. До новых встреч.